В поселке Эркиншахар прошло торжественное мероприятие, посвященное весеннему празднику. Участвовали лучших педагогов, медиков, бизнес-леди, волонтеров, многодетных мам. Украшением праздника стали цветы, подарки, музыкальные номера и, конечно, улыбки виновников торжества. Альбина Ламкова продолжит. Вместе с весной приходит добрый праздник, Международный женский день 8 марта. Прекрасная половина человечества принимает подарки и пожелания в свой адрес от двух общественных организаций. Региональное отделение Союза женщин России и Всероссийского женского союза «Надежда России». В этот день мы решили отметить женщин, которых до этого особо нигде не отмечали. Не то что вниманием, да, то и почетными грамотами, благодарственными письмами. Сегодня от Союза женщин будут только почетные грамоты, которые подписала наш руководитель Екатерина Филипповна Лахова. Это женщины активные, это женщины с активной жизненной позицией и женщины, которые работают на благо своей Родины. Сегодня список добрых дел Союза женщин Карачаево-Черкесии насчитывает сотни страниц. Представительницы прекрасного пола нашей республики возглавляют общественные и государственные организации. Все это помогает женщинам в такое непростое время не растеряться, найти свое место в жизни, подчеркнула Марина Барлакова. Кроме того, оказывают постоянную помощь нашим воинам, которые сегодня сражаются в зоне спецоперации. Среди них член инициативной группы «Зов Родины» Лилия Шаштаева. Ездили неоднократно на территории, уже Новороссию нашу, до этого были и на передовой, передавали машины и гуманитарный груз. В основном стараемся помогать госпиталям. Участники группы «Зов Родины» не раз организовывали отправку гуманитарных грузов на Донбасс. Часто возили сами. Попадали под обстрел, рассказывает Лиля. За мужество и отзывчивость Союз женщин России и Всероссийский женский союз «Надежда России» отметили ее ценными подарками и почетной грамотой. Среди награжденных и медперсонал Зареченской участковой больницы, одной из лучших в республике. Особо на торжестве отметили высокую роль матери в жизни солдата и пожелали всем женщинам мира и долголетия. На их плечах держится не только домашний уют, но и без преувеличения благополучия всей Карачаево-Черкесии, считает председатель общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Лешова. Общественная палата объединяет огромное количество различных общественных организаций. В том числе мы поддерживаем общественную организацию «Союз женщин». И мы понимаем, что женщина – это сила, женщина – это любовь, женщина – это здоровье нации, женщина – это основа семьи. И, конечно, я не могла в предпраздничный день не прийти и не поздравить женщин нашей республики. Руководители общественных организаций позаботились о том, чтобы все женщины вместе с мамами боевых офицеров хотя бы ненадолго отвлеклись от повседневной суеты. Атмосферу позитива создали артисты Ногайского и Прикубанского районов. Они подготовили концертную программу. Альбина Ланкова, Ольга Савенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район.